Приветствую подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мой видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по майнеру Грэмма Спайс. Вчера он стартовал. И сегодня я хочу проверить его на вывод. Но прежде чем приступить к выводу, хочу напомнить, кто не знает или не понимает, как работают такие проекты, лучше не заходите. Пропустите, будут другие проекты, где можно будет заработать. Значит, у меня на балансе 7 рублей. Здесь бонусов никаких нет на старте, нам не дают. Минимальное пополнение от 10 рублей. И я вчера пополнилась на 50 рублей. Нажимаю вкладочку «Вывод». У меня на балансе 7,65. Нажимаю «Выплатить». Так, идем ниже, опускаемся. Так, ну и что я вывела? Так, перезагрузить страничку. 7,66. Что-то непонятно. Так, перезагружается, может. Я что-то не то сделала. Минимальная сумма выплаты. А, баланс вот обнулился, друзья. Так, переходим на Pair, перезагружаю страничку. Да, платье 22 июля 7,66. Кликаю. 22 июля. Перевод выполнен. 7,66. Выплата с проекта Грэмма Спайс. Идем обратно. Сюда теперь я иду во вкладочку «Рефералы», мне там капнуло немножечко. И нажимаю «Вывести». 68 рублей. По нулям обратно переходим. Это я закрываю. Перезагружаю. 68 рублей. Прибыло 22 июля. Перевод выполнен. 68,70. Выплата с проекта Грэмма Спайс. Ну что ж, пока платит. Как долго, друзья, он работать будет, я понятия не имею. Это все зависит только от администратора проекта. Даст он нам заработать хорошо. Ну, не даст. Надо понимать, как такие проекты работают. Вот здесь, друзья, смотрите, 7,66 мой вывод и 68,70. Здесь все идет выплата в режиме реального времени. Также есть группа ВКонтакте, присоединяйтесь. Всем удачи, больших заработков, до новых встреч!